Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой. Сегодня Денис, Женя и Филипп, и мы играем в настольную игру Пчелье. Пчелье. Тайное королевство. Пчелы. Да, Пчелы, Тайное королевство. Это настольная игра о том, как пчелки делают мед. Да. Итак. Знаешь, что пчелы как умеют делать? Вот так. Ты не пчела, Денис. Я вжился в роль. Это не ролевая игра. Черт. Итак, друзья, свой ход вы можете сделать одно из следующего. Либо собрать пыльцу, либо сделать мед. Мы видим 4 доступные карточки меда на столе. Ага. Вот, для того, чтобы его сделать, нужно сбросить соответствующую пыльцу. Серенькая – это пыльца любого цвета, остальную – соответствующего цвета. Угу. Сделав мед, вы забираете карту себе. Вот это победные очки, которые вы получили в конце игры. И также у некоторых карт меда есть еще уникальное свойство. Ну, на столе их сейчас нет. Также мы играем с 3 картами ульев. Это дополнительные особые правила. У нас есть улей, который говорит о том, что дополнительные победные очки каждый игрок получит по 2 очка за комплект из 3 карт меда с 1, 2, 3. Угу. Также есть в игре мгновенная победа. Вообще у нас игра идет до тех пор, пока не будет выложена последняя карта из этой колоды, карта меда. У всех игроков будет еще по одному ходу, кроме того, кто эту карту выложил. Но также можно и мгновенной победой. Вы немедленно побеждаете, если собрали 6 или более карт меда, и это на 2 карты больше, чем у любого из игроков. То есть вырвался на 2 карты меда, победил. Также вы немедленно побеждаете, если собрали в сумме 12 кристаллов и символов пыльцы одного цвета. Ограничение по пыльце. У вас не может быть больше 3 пыльцы одного типа. То есть, чтобы победить вот по этой победе, вам нужно вот так, вот так. То есть 3×4 – 12 получить. Это очень сложно. Подожди, 12 кристаллов и символов пыльцы. Что за символы пыльцы? Символы пыльцы вот на меде. Одного цвета. Одного цвета, понимаешь? А-а-а. То есть, чтобы должно победить, тебе пыльцы? Нужно 3 пыльцы вот синенькие. И на сделанном меде еще 9 такого же цвета пыльцы. А, это изи, ты сейчас сделаешь, смотри. Ну смотри, как вообще проходит игра. То есть свой ход, ты если хочешь сделать пыльцу... А, там, кстати, у нас в начале игры 20. Первый игрок берет 1 кристалл пыльцы любого цвета, остальные по 2. Ага. Любого цвета. Ну, бери. Ну, я хочу синий. Как ветер петь. Я хочу 2 синих. Можно разные брать, если что. Угу. Все, я делаю пыльцу. Я беру вот так 2 карты, смотрю на них, только я. Хорошо. И что дальше? Смотри. Сейчас. Одну карту я вот так сброс лицом вниз, другую карту в открытую, и беру, я беру вот эту и вот эту пыльцу, то есть которая в правом верхнем ага. углу карты, а вы выбираете, все остальные игроки либо этот беру. Ну дай красную. Угу. Все, эту карту тоже в заброс кладем. Твой ход, Денис. Но мед я сделать не могу, поэтому делаем пыльцу. Там есть карты пыльцы со всеми 4 типами. То есть и ты берешь все 4 по одному, и все остальные игроки. Загрузка информации. А, вот это. Это мы скидываем вот так. Ты. Ну, я желтый. Хорошо тебе. Женя. Что-то желтый. Два красных. Я, да, выпал. Да, мы один. А, розовый. Да. Так. Так. Я сделаю мед. 3 любого цвета. Ну, тык, делай. Тык, 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 медоварка. Тык. Забрал. Открываем новый. Вот, тут появилось свойство. После того, как сварил этот мед, возьмите 2 кристалла пыльцы любого цвета. О, я думаю, сейчас все за них начнут драться за этот мед. Что ж ты шатаешься?
два желтых. А вы по желтым. И тебе желтый, на. Спасибо, не помню. Жужжи. Шатается. Жужжать себе. Ну, меда напился и шатается. Так. Женя. Больше трех одного цвета нельзя держать. Если надо будет взять, то придется, ну, не брать. А-а-а! Это игра на жадность? На жальность. Жальность. На жальность. Хорошо, сделала мел. Три любого цвета и одна голубенькая. Она сказала. Ничего не сказала. Пыльцу делаю. Денис, ну, я говорю. Мед открой. А. Может, ты уже сейчас мед тут сваришь? Вы можете повторить действие любой вашей карты меда. О, кстати. Ну нет, у меня всего три пыльцы, поэтому. Так, так, так. Ну, две синеньких беру. Молодец, а вы одну синенькую. Синенькая, замечательно. Но я делаю мед. Делай мед, и голова не болит. А, нет, не делаю я мед. А, делаю вот тот. Две, две и одна любая. И... Вот это? Нет. Вот этот. Смотри. Еще карта. Сделайте сразу еще один ход. Не то, что нужно. Да. Сюда? Да. Ну, как скажешь. А это вот сюда? Да. Две ближе одинаковые, класс. Как скажешь. Вот две одинаковые, это супер. Все по одному. Так, я эту не могу взять. Так, мой ход, да? Да. Вари что-нибудь. Прекрасно, конечно, я сварю вот это. И сделаешь еще один ход? И сделаю еще один ход. Ты че так? Вот так. О, прекрасно. Ну, кстати, да, можешь сварить прям еще один. Да, вот этот. То есть три любых и синий. Тык. Тык. Какой я сказал? Вот этот? Да. Три любых и синий, все правильно. Открывай карту медочка, пожалуйста. Вот вам карта медочка. А ну так, ну, такая. Три любых, одно победное очко. Поэтому я, смотри, я делаю так. Так. Две пыльцы любого цвета берешь. И... А вначале открывается, а потом я думаю, как играть или нет. Ну, вообще, как только сварил. А, все, тогда... Ну, короче. Вот так, и вот так я в любом случае беру. Я просто вот на эту нацелился. Типа. Попка пчелы. Ну, нормальная, вылазить такая. Ну, это рождается пчела. Да, она так рождается. Да? Бля, две вот эти и две любые. А какая это пчела? Ну, полосатая. Что? Нет, там же у них есть типа солдаты, трудовики. Ну, она когда вырастет, придет в этот центр занятости, там ей определяют. Mm. Так, одно побеждачко. Все остальные игроки могут заменить один свой кристалл пыльцы. Ну, она два всего. Ну, типа дешевая, да, но... Так, ну мне в любом случае пыльцу собирать. Ну да, ты собирай, собирай. Не нужно. Хотя. Да. На пожужжи. Красная или желтая? Красная. Возьму желтую. Или красную. Красную нужно больше. Возьму красную. И варю. Ну сейчас. Вари. Вот так, смотри, делаю. Тыньк. Тыньк. Вот это. Вы можете повторить действие любой вашей карты. Вот это беру, два любого цвета. Ты смотри, комбарь. И вот как так обычно. Вот. Угу. О, еще одна дешевая. Че ты ерунду достаешь? Нормально делай. Нормально будет. О, кстати, мне по одной. Красненькая. По одной красненькой. А я две. Угу. Так нечестно. Ай, блин, не могу уж. Ну, одну только сможешь. Ну, возьми другую карту.
Все? Понятно. Варю. Варю. За желтый, красный все остальные игроки могут заменить один свой кристалл пыльцы. Я это и сделаю. Я один красный заменю на один вот такой. Женя, можешь. Могут. То есть не обязательно. Я заменю, конечно. И сварю сейчас вон ту. Я не буду. Хорошо. А я варну. Вари. Вот, вот так, вот так. Ой. О-о-о. За трошечку. Ну там... Ну там, да. Это вот такая же, как у меня. А, ну да, кстати, да. Синий один. Синий норм. Варю за три любых. Вари. Варилка. Дурилка. Да, круто у меня. Ну давай, там сейчас мало забавного будет, конечно. Так. Я два желтых, вы по одному. Угу. Я вот это, два таких и один любой. Эх. Ну там еще одна такая лежит вон, что? Да нет, я думал, она сделает всем хорошо. Да, конечно. Давай все по одному возьмем что-то. Зачем? Нет. Просто. По красному возьмите, а я два возьму. Ну ладно, хорошо. И я сварю за тройку. Как раз мне хватает, смотри. Угу, давай. Две таких, один любой. Так, мне единички теперь нужны. У меня есть две двойки. Это комплекты там шпаришь. Ну да, теперь нужны единички. Ну это изи, на самом деле, две единички сделать. Синенькая. 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 Варю единичку. Это все на единичках, кстати. Ну, нормально. Душечка. Ага. Один у меня оставался. Нет, я все слил. Или один остался? Я, да, хожу. Я теперь. Я за тобой не следила. А сколько у тебя там это? Извините. А нормально. А давайте все по одному возьмем. Давайте. Тын-тын-тын. Вари, у тебя тут добра уже. Так, троечка, троечка. Ай, Денис все рассчитал. Чпунк. Я победил. Уже? Да. Я варю. Вот этот. У меня 6, вот по этой условию. Немедленно побеждайтесь, собрали 6 или более карт меда, и это на 2 карты больше, чем у любого из игроков. У меня 7. 3, 4, 5, 6, 7. У Дениса 5. На 2 карты больше. Ну, да ничего. Почему? Ну, потом. По очкам я тебя сду. По очкам, да, но у нас мгновенно... Я с самого начала на нее и шел, поэтому я покупал дешевые карты меда. Поэтому только больше единичек набирал. Да. Я чисто за счет нее хотел победить. А ты чё? Мне это удалось. Денис по очкам шел, комплекты собирал. Да. Как трудолюбивая пчела. А я халявщик, там у этого пыльцы нахватал сразу в мед, сразу в мед. Ну, игра хорошая, Филипп говнюк, что я с вами скажу. Ну да, согласен. То, что я победил, я говнюк. Ну, ты это... нечестно победил, не по-пацански. Почему? Одно из условий победы. Это не по-пацански. Да, у нас сегодня все по одному сейчас разу сейчас по-пацански победили, будем побеждать в других играх. Кстати, все остальные игроки давай могут еще заменить один свой кристалл пыльцы. Хочешь реванш? Да, давай. Я еще... Можно вообще без этих играть? Не, давай другие только, там еще две есть. Там еще две есть. Давай. Ну, давай, хорошо. Давай. Давай, давай. Кто первый? Я. Ты будешь последним, потому что ты... Хорошо, бери один тогда пылец. Я взял вот этот пылец, молодец. Мы... Вы по два. Мы по два.
Угу. Ну, естественно, я буду делать мед. Мед сразу с одной пыльцы. Берите либо синюю, либо фиолетовую, я беру синюю и фиолетовую. Фиолетовую возьму. Пригодится. Давай, вари. Что? Я не знаю, борщ. Господи. Ну а чё? Мы не зачитали эти дополнительные. Каждый игрок получает 2 победных очка за каждый комплект из 3 карт меда с 1, 2, 3. Каждый игрок получает 3 победных очка за каждые 5 символов пыльцы одного цвета на его карте меда. И 1 победное очко за каждую карту меда без дополнительного действия. Берите по одному синему? Взяли по одному синему. Хорошо. Ну и я могу уже... Ничего. Ничего, например. Гордись. Ну да. Я бы на том месте гордился. Немножечко не хватает. А, подожди. 4, ну да. Нет, делай пыльцу давай. Только красиво делай. Красиво делай, красиво будет. Да? Покажи. Что? Ага. А, ну, хорошо. Вот эту выбираю. Да, пожалуйста. Ну, я взял синюю. И я сварил. 2 синих. 2 любых. Угу. О. Ну, я тоже. 1 синяя, 3 любых. Угу. Так, без свойств у нас вот это. Ну, давайте. 2. А, стоп. Красных-то 2 нет. Ага, разбежался. Ты сейчас никакую не можешь сварить, если что. Да. Блин. Там везде нужна красная, у тебя нет. Это плохо. Давай вари нам красную. Вон они, 2 красные. Да чё ты карты палишь, эй? Ну а ты мне их показываешь, я тут при чё? Блин, я досиделся с этой пыльцой. Да. 2 красные взял. Мы по одной. По одной красной. Эх. Да, давай. Ну давай, чё, мутим пыльцу. Ну делай красиво. Нет, я не сделаю тебе так. Нет. Ну Денис. Я не дам тебе желтую. Нет, я не дам тебе желтую пыльцу. Я беру 2 синих. А вы по синей. Не лезет. Чёрт. Там был вариант дать тебе желтую, не дал. Да. Ну тебе. Слишком жирно. Ну, ладно. Давай, синий. Сделаю красиво. О, всем по одной, но мне, правда, это только желтая и красная. В отличие от тебя, Денис. Я такой, да. Я плохая пчела. Мне нужно бить мухобойку. Мухобойка, а не карта. Сойдет. Так, 2 красные, 2 фиолетовые. Угу. Сварил. Ага. Сварил, хорошо. Вот вам. Ну тебе тоже останется, что ты переживаешь. Да я знаю. Такая же, причем возможно. Да. Да. Можете заменить свой один кристалл пыльцы. Подожди. Заменить один отлично. Да, я не буду. Меняю синий на черный. Да. На красный. Раз, два, три. 4 и 1 любой, вот эта карта моя. Сбросьте все оставшиеся кристаллы. Да, сбрасывай. Ну, у меня только 2, ладно. Ну, скидывай. Это такой, типа, мед. Ай, плохой. Неправильно. Неправильно. Протухший. Так, мёд так, вообще так, может так, так. Да, конечно. Да. О! Он засахарится и всё. А это... А, это вот... Да. Как бы вот, но... Давай! Не торопи меня! Да куда? Нет. Ну тогда вон! Жужжи. Ну придется. Жужжи своими лапками. Давай. Все остальные могут заменить один свой кристалл пыльцы. Я на желтый поменяю. Какое предложение? Очень хорошее. Давай, клади. Чего тебе класть? На.
Блин, ха. Ну, я все равно сварю. Вот так, вот так. Менять. А, менять можно, да? Да. Кристалл. Ну, в смысле, вот этот ты вообще не должен был есть. Да все равно тут вот эти надо брать, их много. Ну, так бери. Ну, синий. Да успокойся. По одному желтому. По одному желтому нормально. Мне это устраивает. Так, красных нет. Желтых не хватает. Блин, как все сложно. Давай по пыльцу. Давай, 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 пацан. Я опять отстаю, короче. А нет, Фил тоже как-то не очень. Да, блин, я вообще плохо. Да, у нас у всех как бы не очень. Придется пыльцу делать. Мы пока все. Давай, по-пацански делай. Красиво делай. Давай красиво. Все по одному. Два красных, вам по одному красному. Книга. Ладно. Ты прям в этот. Да я сейчас встряну с этим. Ты оса какая-то, а не пчела, понял? После этого. Ну, ты хорошо, а ты осел. Не, ну, мне придется делать красиво, что я ничего не могу говорить. Только ага. Я понял, я тупо поправил, у меня просто от перфекционизма. Давай. Подожди, нет, эти розовые. Вы по одной, а я две. Плохо. Блин. Да, мы не возьмем розовые, молодец. Спасибо. Ну ладно, варю вот 2-2. Ой. Да что ж такое? Да вот как-то сам не знаю. Угу. Блин, одно желтого не хватает. Чтобы сходить сочную прелесть. Так, могу любую карту повторить. Толку от этого никакого, да? А ну, а что делать? Что их хранить? Тренинг, тренинг. Повторить, но не буду. Я тоже не буду. Давай, вот это хорошее ага. Свойство, повтори. Пять там, да. Все цвета. И плюс один любой. Да, у тебя нет такого. Да, я понимаю просто. Делай пыльцу. Это мешать? Да. Так, сейчас еще одну карту снимем. Ну, это сразу сброс. Желтый либо красный выбирайте. Желтый либо красный. Желтый. Угу, нет, подожди. Либо красный. Нет, желтый. Ну, я ничего не могу сделать. И варим мед. Пыльцу. Пыльцу, да. Собираем. Несем. Не сегодня. У вас также желтый либо красный. Угу. Желтый давай. Нет, красный давай. Возьму. Я делаю мед. Да подожди. А, блин. Сейчас она его сделает. Нет, не сделает ничего. Я ж карты все. Давай, пчелка Женя. Опять сделать красиво. Денис, заткнись. Берите каждый. Что? Все. Все по одному? Да. Желтый, этот. Воу. Воу, это прям красиво сделано. Вот Женя всегда делает красиво, не то что Денис. Да вообще. Ты вообще сюда пошел. Тем более Филипп. Филипп вообще никогда красивый. Так, делаем мед, смотри, как красиво. Так, вот так, вот так. И возьмите два кристалла пыльцы любого цвета. Это у нас будут один вот этот и один желтенький. Открывай мед. На, ты дыщ. Такой ага. Же. Но мне это не надо, поэтому я возьму, мне нужны тройки. Так. Тебе так. Это не надо, пчелка моя, ты хромая. Так. Ага. Не, давай так. Ну, в смысле, два и любой. Так, один сет собран.
Тройки. Угу. А это которые опасны? Угу. Их лучше не брать. Я беру вот эту. И остальные? Два. А, еще там два любых берешь. Два. Один. Угу. И два любых. А ты в Орлоне сваришь что-нибудь? Два любых. Один вот такой. Я сварю. Вари. Один вот такой. Тык-тык. Тык-тык. Один любой. Пусть будет вот этот. Угу. Тыщ. Я два красных вы... Хотя нет. Да, я два красных вы по одному. Вот это выберу. Два. Заменить можем. Да. А, меняю красный на... Вот не спеши. Ну я не видел, что там. Врёшь. Ну давайте все посмотрим уже. Да, что. Давайте. Тогда на синий. Давай на желтый. Нет, вот этот на желтый поменяем. Давай вари. Да что варить? Ну я не знаю, тут сюда надо давай. Расчехляй карманы шире, доставай пыльцу пошире. Я не знаю, что еще умеет. Доставай там что-нибудь. Все равно ты будешь дуть. Ой. Дуть, дуть, дуть. Давайте, либо желтый, либо красный. Ну, конечно, желтый, блин. Тут даже думать не надо много, понимаешь? Но лучше теперь больше. Смотри. Две. Две. Один. Все. У нас с Женей по одному ходу. У Дениса уже не будет хода. Так, и что я варю? Варю. Мед. Мед. Три, четыре, пять. Точно. Остальные сбрасываешь. У меня больше нету. Так что ну и нормально мне, в принципе. Три любых и синий. Три любых и синий. Три любых. Бутылки, и ты синий. Денис, успокойся. Денис, семейная игра, но я тебя прошу. В смысле, пенсиколы? Хорошо, давайте считать очки. Давай. Сначала просто просуммируем все карты. Значит, 5, 9, 10, 12. 13. 12. У меня 12. И у меня 12. А у меня 12. А у меня тоже 12. А у меня 12. А у меня 13. Хорошо, теперь дополнительный. Теперь дополнительный. За комплект. У меня есть один комплект. Вот 1, 2, 3. Это плюс... 2. 2. То есть погоди, у меня... 1, 2, 3? Да, комплект. Да. Вот. 1, 2, 3. У меня тоже. Ну, давайте как-то по очереди. Давай. Я просто теряюсь. 12 плюс 2. 14. 14. У меня 2 комплекта. Подожди, давай покажем. У меня 2 комплекта. Это плюс 4. 12 плюс 4. 16. 13 плюс... 2. 2. 15. Дальше. Я просто свою сумму уже забыл. 14. 14, 15, 16. Да. Каждый игрок получает 3 победных очка за каждые 5 символов пыльцы одного цвета на его картах меда. Смотрите, у меня есть как минимум вот красных. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Это 17 очков. Ага. Желтых 1, 2, 3, 4, 5 плюс 3 это 20 очков. Синих нет. Красные и желтые у тебя только. Красные и желтые. И вот эти синие. Фиолетовые 4. Нет. Нет. Все. Сколько у тебя? 20 у меня очков. У вас. У меня. Так было 16. Синие. Плюс 3 19. И желтые. Желтые. Вот они. Плюс 3, 22. Так, у меня красная. 1, 2, 3, 4, 5. Ага.
Желтые. Раз, два, три, четыре, пять. Это 10. Фу, это 6. И фиолетовые. 3, 4, 5. 21, 24 у тебя. Да, синих не хватает. 24, 22, 20. Карты без дополнительных свойств. 4, 24. Одна. Это одна, это 25. У тебя? 24. У меня 22 плюс 3, 25. Я выиграл. Почему у него тоже 25? Да. Значит, мы его выиграли. Нет. Кто кого пережужжит теперь, что ли? Да. Я сдаюсь. А, если несколько, то игрок с наибольшим количеством карт меда. У вас по 6. Равно. Если ничья, побеждает игрок с наибольшим количеством символов пыльцы на собранных им картах меда. Считайте раз, символы 2, пыльцы. 4, 5, 6, 7, а пустые нет? Тоже. Это тоже символ 4, пыльцы. 4, 8, 18, 18 плюс 5 и плюс много. Еще 2. Больше. Да, Женя выиграла. Женя выиграла. Сегодня праздник у фанатов Жени. Да. Вот. Ну, друзья, вот сегодня такая игра. Она выиграла другую игру в другой день. Для фанатов. Два праздника. Ну так они не знают. У нас одно видео в день выходит. Но... Женя сегодня выиграла несколько игр, так да. Что ждите. Да. Так что вот так. Да, вот. Ну игра классная. Теперь ты понял, как выигрывать? Нет, не понял. Еще быстренько сыграл. Тебя просто порвали. Все. А Денисков вжился в роль. Был пчелиный он король. Только улей вдруг упал. Это Фил его украл. Пчелка Женя, пчелоден. Мед варили целый день. А пришел пчелинофил, мигом мед весь закоптил. Очень славный мед у Жени, только начались проблемы. То пыльцу тащит Дэн, то жужжит Фил, беспредел.